Темные места не любят разбелок. То есть белых цветов темные места не любят. Не касается снизу участков, а касается только темных. Здесь фон у нас, в принципе, достаточно темный. Да? Взяли коричневый. Взяли желтый. Да? Получили некую смесь. И забросали весь фон, добавляем туда жидкость, и забросали весь фон разницей вот этих оттенков. Причем ты достаточно поступаешь как бы небрежно. Не должно быть вот так вот закрашено, да? Как гриль однотонным цветом. Да, у тебя все время должно быть где-то вот такое количество краски. Причем вот в таких вот каких-то разводах. Но сначала набросаешь белила, чтобы потом в эту густоту белил можно было вложить другой. Троник приподнял немножко слой краски, который был здесь. Чуть-чуть его растворил. Да? И теперь холст у нас влажненький, по нему будет очень удобно писать. ФЦ голубую мы будем использовать тогда, когда будем работать с зеленью. Угу. Да? Ну, поскольку мы работаем с зеленью, мы используем голубую ФЦ и начинаем где-то добавлять теневые участки. На палитре должно быть такое количество краски, которое тебе необходимо для выполнения нужной задачи. И по цилиндру распределил. Ушли в расплывчатость. Тоже рекомендую не брезговать. Голубой цвет он присутствует в стекле. Подбросить света. Пошла подложку с темным сделать, потом... В общем, да.